Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, эта игра у меня вылезла как реклама, я думаю, да фигли, можно играть, что такого? Годзас, по-моему, называется она. Так, боец, человечество идет, ждет твоей помощи. Там, короче, ну, бесполезные, короче, игры, ой, бесполезные магии, диалоги, точнее. Можно просто начинать играть и все. И ебало заткнуть. Фух ты, блядь. Так, подожди, а что за хуйня? А, тут раз, бом! Бам-бам-бам! Мы кого-то вызвали? Так, ладно. Чиш-чиш-чиш-чиш. О, что-то слишком жесткий он вообще. Вообще жесткий. Жесткий вообще. Вообще мана. Так, давай, я повелитель времени и пространства и хаоса. Я есть Грут. Так, давай-ка. Бам-бэм-бэм. Давай, сучка. Что ты делаешь? Что ты творишь, бро? Боже мой. Как ты? А у меня там этот, он фигает. Я думал, это у меня. Типа какие-то волны. Оказывается, нет. Нет. Так. Нажмите для продолжения. Сюжет. Поговори с лунной богиней. Так, все, лунная богиня, что ты мне хочешь сказать? Нажмите для улучшения, поговорить опять с богиней. Так, что у нас? Да, все, поговори с богиней. С богиней. Идем дальше. Что какое? Подожди, нам надо просто нажать, наверное, это. А я что-то убежал куда-то, думаю, там может найти ответы. Ответы на все. Я тебе дам. О, молодец, спасибо, что ты мне дашь. Я тебе дам момент из игру. Так, бесплатная попытка. 5 раз. О! Разбить еще раз. В смысле разбить? А, 5 минут. А вы уже заметили, что... Момент рождения нового героя с нашей помощью увеличивается. Я вообще ничего не заметил, вообще не понимаю, что тут творится нахуй. Так, неужели она? Все, мы тут завершили. Нажмем. Настройка. Я эльф ветра, могу ветром помогать тебе в бою. Свистовый нахуй отсюда. Так, поговорить с лунной богиней. Да задолбался я с ней разговаривать. Я с ней разговариваю уже больше в своей жизни. Но все сисястые, красивые бабы, но... Максим, тоже сисястые, красивые бабы. Сисястые, красивые бабы, Максим. Так, у нас что? Доверить. А. Главное не автобой, а доверить. Не, я ему не буду доверять персонажа. Не буду. Что это я? Блин, автобой, знаете, мне не нравится он. Как, ну может здесь... Не, если здесь, например, сделано, что без... Вообще все бесполезно. Автобой. Раньше, по-моему, Prime World, что ли, как он назывался, игрушка. Там наоборот, качать специальных боев, чтобы был автобой. С одной стороны, это понятно, что типа не, люди не хотят. Если надо прокачаться, ты просто можешь поставить на автобой, пойти курить трубку, как говорится, и все. Это для упрощения сделали. Чисто для упрощения. Лотерея. Бам-бам-бам. Окей, давай-ка, бро. Поговори с Луной. Да что ты, блядь. Что с ней все разговаривать? Еще, по-моему, была другая. А. Геймплей. Достать драконные монеты. Так, все, я достал, да? Нажимайте, пожалуйста, медленно. Достаточно магический камень, достаточно... А, ничего я делал. Ладно. Все, опять поговори с богиней. Ужас, какая она богиня, усиление.
Селение, усиление, усиление, усиление. Что мы сейчас усилим, нахуй? Туф, 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 туф. Так, так, идем далее, далее, далее. Все, мы сделали. Так, так, так. Ради стадии 1 и 3 леса. Битва. Блять, доверить. Не хочу я доверить. Давайте третью магию пробуем. Сейчас за третью магию. О, блять, она так долго и... Чё-то такое вообще не знаю. Кстати, чё это, я вызвал что ли это? Где я? Вон она. Ладно, фигарим. Чё нам еще? Чё нам стоит лес построить? Нифига 59 минут. Что за 59? За 59 минут надо типа здесь добить всех его. Что за ограничение? Бэм, бэм, бим. Понятно. Все? Ты это сделал? Зачем ты это сделал? Ну-ка, босс. Да, всех, вот. Вот это третий долго, она такая, типа, оп. Все, победа. Победа, бро! Еще бы был бы иначе вообще. Раба духа. Раба духа моего. Так, что у нас тут? Поговорить. Давай поговорим. Donation alerts. Так, окей, пропустить все. Пропустили. Так, персонаж. Навыки. Есть три типа наука. А почему три? Призвать принцессу? А, еще принцессу можно призвать. Поговорить со старейшин. Ну, блядь, ну, блядь, я хуй знаю. Ну, такое себе, конечно. Игра такое себе. Ладно, давай попробуем еще пройти кошмар на улице Звязов. Нам то, что открылась четвертая магия. Ее сейчас ложь. Мне нравится, в принципе, вот во всех играх только вызывать кого-то себе прислужник. Мне в Диаблу нравилось играть некромангеров. Что, типа, у меня прислужники... Ну, много прислужников у меня было, я, типа, не дрался. Это прикольная тема была. Не знаю, мне казалось, что... Ух ты. А, это одного только фигарит, вон как. Чем мне одного? Это зашибись, короче, третью. Что, у меня сдохла она? Что она быстро отдыхает. Давай, давай, давай. Вот, вот, все. Блин, да что вы? Она вздыхает, что так быстро? Что за бред? Или она на 8 секунд всего? А! Это он меня так закрыл? А, вон он как фига. Нифига, я думал, что за фигня. Мог пройти, же заглючил игра. А! Я могу вызывать вот в определенный, вот здесь вот, например. Сейчас мы его... Вот, я ее вызвал, и все, на 2 секунды. Вот, давай, фигарь его. Ну, понятно, что мне все легко. Пока что, может, потом, типа, в рейды, фигейды. Я не знаю, лотерея. Хорошая лотерея. Опять поговорить с лунной богиней. Ну, я не знаю, ребят, здесь все предельно понятно. Это RPG. Вот мы все маги открыли, вам показали, как все идет. Я не знаю, если вам понравилось, конечно, оставлю ссылку в описании. Но мой обзор закончен. И ничего интересного в ней я не увидел. Что-то сверхъестественное. Поэтому давайте, до новых встреч. Пока.